Готовы проверить силушку богатырскую? Бицеп. Войны. Две попытки у вас. Бицеп, стрипсет, трицепс. Три на результат. Ух ты. То есть мы на пробных силу всю свою расходуем, а да, потом на результат. Потом на результат. Отлично. Прошу канату. Так, кежды. Стройсь. Может, сразу зачет. Давай первый. На том году не рвем, а тянем. Именно тянуть надо, а не рвать. Сразу один на результат. Стали. Давайте на счет три. На счет три, только спокойно. Стойте, стойте, на счет три. Все, все, приготовили. Готово. Готово. Раз, два, три. Воплями кельтов, смотрите, что творит. Практически прибор сломали. Или нет еще? Не надо, не надо. Мы в том году в мотоцикле сцепление сожгли. Да, да, да. И 200 вытянули. Давайте, я зафиксирую. Два, на тебе! 262, 336, 378, 421, 443, 449, 456, 476, 476, 476. В следующий раз ты пойдешь, я буду снимать. Нет, нет, нет. Вы не умеете снимать. Вы плохо снимаете. А я хорошо снимаю. Кельт-оператор у кого-то должен быть, понимаешь? Иди туда. Не-не-не-не-не, ты не только здесь фото фиксируешь. Я буду всем мешать. Со мной только хуже будет. С тобой будет лучше. Давай, сейчас 100 000 ты должен. Ты зря на меня так думаешь. Я повис на том конце, понимаешь, и мешать буду тянуть. Ты чего? Знаешь, моя помощь в том, чтобы не мешать. Ты должен там участвовать. Вот здесь ты должен так, участвовать. Так, один кельт напился уже и барагузит. Команда готова? Готова! Раз, два, три! Смотрите, смотрите, смотрите. И даже дети, женщины, инвалиды. Все, все, все! Флаг бросил, посмотрите. Чтобы помочь своей команде. Смотрите. Ну и что, победили мы? Нет, давайте посмотрим. Похоже, победили. У вас еще одна попытка. 555.